Radiant Team Ban. Ну что ж, я рад приветствовать всех на втором дне квалификации Dota 2 Champions League. Вчера у нас играла группа, надо сказать, что до конца она не доиграла, решающий матч был перенесен, предположительно на среду, но не факт, потому что в среду у нас еще играется финал первого сезона. Ну и второй день, первый матч, открывающий сегодняшний первый тур, параллельно играют Power Rangers Mau Sports, а у нас Virtus.pro Next.kz. Составы команд: Illidan, Smile, God, NS, Жжет Медведь, Virtus.pro, Equal, Mantis, Amazing, Reeves и Ватафака у Next.kz. На пике, соответственно, Illidan и Ватафака, как обычно. Нет, Illidan и NS, я извиняюсь. Illidan сидит на первом слоте, но пик мы видим корону такую у NS. Все-таки NS капитан команды. Я сначала немного удивился, что Illidan сидит на пике, но потом, в общем-то, все встало на свои места. Пару слов о группе. В группе играют у нас такие команды, как Next.kz, Power Rangers, Virtus.pro и Mau Sports, как вы могли уже догадаться, и как я, в общем-то, уже сказал. Одна команда, показавшая лучший результат, выходит в основной сезон, остальные никуда не выходят. Еще одна команда из шести оставшихся выбирается зрительским голосованием, и последнюю добирают организаторы. Итак, начнем с Next.kz. Что же это за такая команда? Имеет она статистику 56% побед, 44% поражений, и с ВП они играли всего лишь один раз в последнее время. Virtus.pro победили 1-0. Крайне не любит Next.kz играть против Outworld Devourer. Он первым же баном, вот мы видим, улетел в бан. Любят Дума. И, возможно, возьмут его еще в этой игре. Но в основном их пул героев очень широкий. То есть что-то конкретное от них угадать очень тяжело. Играют практически всем. Надо сказать, сегодня все команды имеют очень широкий пул героев. Возможно, кроме ВП. Про ВП сказать что-то очень тяжело, так как они буквально недавно окончательно утрясли свой состав, выгнали Ласта, позвали обратно НС, Жотом с Illidan'ом стали игроками основного состава. И все же пару слов о ВП мы можем сказать. ВП достаточно часто банили Пугну, когда играли НС, Лост, Illidan, Жжет Медведь и... Нет, уже без НС они играли, пятым был Год. Год, конечно же. Достаточно часто они банили Пугну, не знаю, будут ли они банить ее в этот раз. Все игроки, несмотря на то, что команда собралась буквально позавчера, играли друг с другом. НС, Смайл еще со времен там... НС, Смайл и Год со времен ДТС, потом М5. Жжет Медведь частенько выступал на замене в ВП образца Crazy, Кси, Illidan, НС, Санта состава. Ну и что касается Illidan'а, он также поигрывал и со Смайлом, и с НС'ом в старом составе. Практически не тренировалась команда в каких-то костомках, как у нас принято говорить, зато они играли очень много, как мы могли убедиться на стриме года, который закончился буквально час назад. Они играют паблик 5 на 5, ранкет матчмейкинг, и в общем-то... Свои плюсы, свои минусы есть. Все-таки паблик, это не такая тренировка хорошая. Но с другой стороны, отличная атмосфера, и это тоже немаловажно. Это в свое время очень сильно мешало ВП. Вот он, собственно, Думбрингер, которого очень мы ожидали увидеть от Next.kz. Но играть на нем может совершенно любой игрок. Либо соло-мидер, либо кэрри, либо даже хардлайнер. Поэтому здесь пока что-то тяжело говорить. Ну, я думаю, что Ватафака будет играть на инвокере. Дума все-таки либо в хард поставит, либо на легкую линию. А Virtus.pro после бана Бристлбека и Тимберсо забирают Вайпера, Деспрофит, Элдер Титана и Кристал Мейден. Очень необычный пик. Баунти Хантер также отправляется в бан вместе с Клокверком. Что касается Next.kz, подбанили они также Алхимика и Темплар Ассасин. Ну что, я думаю, Год будет играть на Деспрофит. Луну, да, это значит, что Мантис сыграет на Луне, отправится в хард Equal, нет, не Equal, одну секунду,
Ривз отправится в харде на Думе, Ватафака будет на инвокере, ну а Якуал с Амейзингом будут играть на саппортах, Визаже и, соответственно, еще каком-то одном герое. И Омнинайт! Ну что ж, интересный пик от ВП, очень необычный. К сожалению, у меня... Я даже не знаю, откуда брать фидбэк, потому что чат на ВП сегодня сломали самым чудовищным образом. Всем огромный привет. Я вижу, что нас много относительно вчерашнего дня. Все пришли посмотреть на старых новых ВП. Ну и NextKZ. Первый соперник. Да, сегодня группа достаточно интересная, потому что, с одной стороны, Power Rangers, команда, которая может обыграть любого соперника и проиграть совершенно любому. NextKZ тоже, от которых не ясно, что ожидать. Совсем непонятно, чего ожидать от Virtus.pro. Ну и Муза, у которых постоянные какие-то ротации в составе. На мой взгляд, это самая слабая команда, но учитывая, что все команды достаточно непредсказуемые, я вообще не удивлюсь победе любой команды на этой квалификации. 5 seconds remaining. Итак, давайте мы переключимся все-таки на игру. Конечно, смотреть на решеточку, я знаю, всем нравится. И все же. Ватафака не сменил никнейм, как ему следовало бы. Но да ладно, пусть это останется на его совести. Зато мы знаем, что это Ватафака и никто другой, потому что он сидел на пике, потому что он пойдет в мид. Иквал играет на Думе. Кстати говоря, не случайно я оговорился, вообще должен был... Нет, или... Да, или я скорее ошибся в расстановке. Equal идет у нас на хард, а Ривз будет играть на саппорте. Мои извинения. Инес играет на Омнике, на котором он буквально совсем недавно закончил играть паблик. Или Дан играл на снайпере. Инес на Омнике. Жотом, кстати, играл на ЦМке. Или Дан будет играть на Вайпере. Ну, конечно, Смайл на хардлайн пойдет Элдер Титаном. Достаточно забавно, сегодня наткнулся, пока искал информацию о командах, их последние результаты, наткнулся на статью на ВП, где сравнивали оцифровка от Нави Куроку и Смайла. Куроку на Интернешнале 2013 года, Смайл на Интернешнале 2012 года. Интересный факт, что Смайл превзошел Куроку по всем показателям практически, кроме ассистов. Ассист он там какую-то 0,01 проиграл, ну то есть в среднем, среднее количество за игру имелось в виду. Он превзошел его по опыту, ласт-хитам, по количеству смертей, меньше было у Смайла, больше киллов, больше золота, больше ласт-хитов. Но, тем не менее, факт остается фактом, что Куроку смотрится отнюдь не хуже Смайла, я бы сказал. Не скажу, что лучше, потому что и там второе место в итоге, но тем не менее. Ну, конечно, Дота сильно, понятное дело, изменилась, там вообще на совершенно разных героях играли. Итак, Год приходит в мид, в миде он будет играть против Ватафаки. Вчера мы уже видели Деспрофит, она достаточно неплохо смотрела. Смайл меняется с Визажом, ну, точнее, не меняется с Визажом по ХП, Визаж ему просто наплевал в спину. Amazing отводит, фармит Луна, тяжело ей здесь на самом деле будет помешать как-то Элдер Титану. Но с другой стороны фармит Вайпер. Да, у ВП такой более мидгеймовый пик с Вайпером и Деспрофит, зато очень сильный, потому что Элдер Титан с Деспрофит, ох. Смайл выходит, получает немного экспы буквально за одного крипа. Титан под ульту от Деспрофит, точнее, под аурой Элдер Титана наносит много урона, плюс Вайпер, сильный плюс Омник, который все это захиливает. Вайпера и так достаточно тяжело убить в мидгейме, бывает, если у него все хорошо. Вот мы видим, что Смайл продолжает развлекать здесь иллюзии, но не получает, по-моему, опыт. Да, слишком далеко он находится. Тяжело, тяжело Смайлу, он опять вернулся на хард, он так, по-моему, начинал играть в ВП, там еще когда с Габлаком Ластом играли. Там было много свапов, поэтому тяжело сказать, кто на какой позиции. На миде 6-3 у Года против 5-4 у Инвокера достаточно ровно. Ну, Кэрри тоже играют более-менее вровень. Единственный плюс, конечно, команды NextKZ в том, что у них Doom качается в лесу, а у Virtus.pro в лесу качаться достаточно тяжело всем героям. Но вот Цемочка качается в лесу. Кстати, почему бы и нет? Начинают ВП подпушивать лайн. Им это очень нужно, им важно запушить эту линию. В принципе, не так важно, получит здесь Дума XP, не получит. Главное, надамажить вышку и, возможно, ее забрать. Цепляют Дума.
Ох ты, немножко подлагнуло. Нет, сильно подлагнуло. К сожалению, периодически происходит такая штука. Говорят, что это из-за Dota TV. Попробуем сделать выкл-вкл. Вчера я видел на стриме Тоби. Да, слушайте, возможно, помогло. Возможно, нет. Возможно, еще будет. У нас проблемы. Тем временем год получает санстрайк и умирает на ФБ. Зацепил его здесь инвокер, зацепила винга, подошедшая с ДД, с танчиком, санстрайк, и убивают деспрофит. Тем временем Смайл, пользуясь тем, что саппорты отошли, получает экспу и надамаживает очень неплохо луну. У Смайла достаточно большое количество хилов, особо он не рискует, покупает орбу в веном. Так, ну и тем временем Doom очень неплохо здесь подфармил, уже 4-го левела. Да, пока что у NextKZ все достаточно неплохо. У них живет Doom на хардлайне получше Elder Titan, они забрали ФБ. И, в общем-то, спешить им абсолютно некуда с таким пиком. 20 крипов у Луны, или да, нужно пропускал там нормально крипов за счет того, что подпушивали они тавер. Нету бази... А, нет, извиняюсь, есть базилка. Базилка просто взята не Несом, а Вайпером, на котором играет Иллидан. Третий левел получает Джотом, выходит катапульта, но это будет сейчас подпушена вышка. И Куал имеет достаточно мало маны, да, он еще и вызывает скелетов, вряд ли он сможет вернуться как-то помешать этому. Скорее всего, заберут ВП сейчас вышечку. Титан, конечно, невероятно слабый, ему бы хотелось побольше иметь на этой линии, да и в принципе, хотелось бы Титану всегда иметь побольше и экспы, да и шмотки ему лишними не будут. Инес подбегает, получает пару выстрелов от Таура. Принимает удар на себя, сейчас, наверное, будет хилить крипов. Да, захиливает всех крипов. Инес подфармливает 11 крипов. Вот то, что нафармил Элдер Титан, неплохо набил только что лицо винге. Подфармил Инес, в общем, то, что пропустил Иллидан. Или можно сказать, что Инес подфармил, лишив тем самым Иллидана фарма. Кристал Мейден подпушивает инвокера. Какой битый инвокер здесь. Пропустил я момент, когда на руне сражались. Ну и что, первая вышка за ВП. Посмотрим, удастся ли им развить свою агрессию. Им, конечно, очень сильно не хватает Титана с хорошими артами и левелом. Ну, хотя бы там, я не знаю, сапог у него есть. Вообще неплохо, сапог есть. Сейчас появится мека, наверное, на Вайпере. Будет поинтереснее. Да, Деспрофит начинает подпушивать лайн. Таком в китайском стиле, все по чуть-чуть подпушили, что можно сломали, и уже когда наберет пик действительно хорошую силу, выйдут окончательно, начнут давить. Смайл очень аккуратен на хардлайне, надо сказать, пока что. Нет, ПТшка у Вайпера, но в принципе это не мешает ему собрать потом меку. Половину вышки где-то год смог убить. Мидас покупает Луна. А вот Мидас в такой случае может быть ошибкой. Потому что ВП-то, судя по их игре, не собираются долго сидеть. ВП собираются достаточно рано выходить. Посмотрите, тут... Да, зависли игроки. К сожалению, Steam лагает, и с этим ничего не поделать. Буквально там вот игра задержалась не из-за того, что игроки опаздывали, из-за того, что я сам не мог захостить лобби, захостил его. Все равно еще продолжал Steam лежать у кого-то. Игроки зашли, опять вылетели, в общем, такое случается. Так, сейчас обновлю Daily Motion, где, возможно, появились какие-то комменты. Снайпера не хватает. Да, явно не хватает снайпера. Возобновляют игру. Итак, Doom у нас имеет почти 6-й левел. Титан всего лишь 3,5. Деспрофит подпушила пол вышки. У инвокера тоже пошел мидас. Вот могут очень неплохо наказать ВП. Такой пик. Жотом... Нет, это не дабл спаун. Отнюдь не дабл спаун. Просто он колбы потихонечку крипит вот таким образом. Сатиров маленьких получает дополнительную экспу. Также, что у нас с саппортами? 3,5, почти 4. У НСа 4, ну почти 5 левел. У ЦМки 3. Да вообще, да, давайте, наверное, в графике взглянем. Видим, что чуть больше фармят все-таки NextKZ, но за счет вышки преимущества УВП. По опыту NextKZ преимущество. И, скорее всего, оно будет расти за счет Мидаса. За счет Лесного Дума, который все-таки ЦМку, ну, явно быстрее, чем ЦМочка фармит. Год. Не нашел руну. Или стоп. Кажется, нашел. Я слышал звук смоков. Да, действительно, это смоки. И выходят на Смайла.
Нажмайло, если быть точным. Он сказал, что сверху у него над буквой Z это корона, и он умирает. Да, тут Санстрайк, и даже Санстрайк был не нужен. Хороший ганг от NextKZ. Тем временем сверху подпушивает Иллидан. У Иллидана собирается потихоньку мека. Деспрофит совершенно без маны. Есть у нее ультимейт, но не может она этот ультимейт зарядить. Ну и нижнюю вышку, конечно, не отдадут. Да, Элдер Титан уже низкого левела. Воскрес, прилетел, подфармил. Вообще не все так плохо у Элдер Титана, конечно. Плюс еще и Вайпера оставили сверху на абсолютном фрифарме. Он подпушивает уже вторую вышку. Ну что, пока что я бы сказал, что у NextKZ все неплохо, ну и ВП тоже, в общем-то, двигаются в каком-то своем темпе. 2-0 они по фрагам проигрывают, в этом, возможно, их основная печаль. Транквилы у Луны, достаточно забытый такой итем, не знаю, насколько они нужны Луне. Да, они дают много мувспида, но у Луны, в принципе, и так мувспида хватает. Захиливаться, да, захиливаться дают, и, наверное, это главное для Луны. Итак, Омник у нас уходит куда-то в лес, его могут зацепить сейчас. Ой, не успевает Омнинайт и умирает Омнинайт. Не успел Ripple повесить НС на себя, далеко вышел, закупиться. Такая достаточно глупая ошибка. Вышел закупиться куда-то в лесок и из-за этого умер. 3-0. Очень, на самом деле, эти киллы важные для NextKZ. Это, возможно, те фраги, которые позволят им отбиться в решающий момент. Но ВП тоже пока не спешат никуда, у них еще нету меки на Вайпере, вот они перетягиваются вниз. Вайпер, правда, как никогда близок к меке, ему там остается совсем чуть-чуть. Видит Дума, видит инвокера на миде. Так, ну и что, и Деспрофит, судя по всему, нет, Деспрофит вообще где-то сверху. Будут сейчас пушить нижний лайн, Элдер Титан имеет пятый левел. Заходят. Пятый НС. Но здесь, видите, могут просто из стана его не выпустить. Подпушивают Луну. Сверху спокойно достаточно фармит Вайпер. Дум осторожен. Ну, Вайпер вряд ли убьет здесь Дума. Но если Дум будет наглеть, то может и убить. Мантис выбирает позицию. У Мантиса есть ультимейт. Да, на Мантиса здесь нельзя нападать. Подходит Деспрофит. Это будет пуш нижней вышки. Достаточно важный момент, если ВП ее без проблем заберут. Ну, скажем так, посмотрим изначально, будут ли драться. И, возможно, NextKZ делают правильное решение. У них толком нет итемов, нечем драться с этим всем. Они решают просто пойти запушить мид. Но мид им тоже никто не даст пушить. Смайл уже делает телепорт. И Fortification заюзан. Да, тут совершенно не дает Смайл ничего сделать. Казалось бы, одна иллюзия, но раздамаживает она больно. Более того, год с ультой. Раньше, помню, был забавный баг с этой ультой, когда ты телепортировался, духи оставались на месте телепорта. Но сейчас этого бага нет. Вышка получает один, по-моему, урон от этого духа и тут же падает. О, тут же заканчивается ульта. Видят Мантис Энесса. Не включает ультимейт. Ну да, Энесса это не убить. Пока он будет включать ультимейт, Энесс повесит Ripple. И даже если убьет, разменивать ультимейт не очень выгодно. Транквилл НЦМ-ки, четвертый левел. Вайпер уже восьмой, 700 монет до меки. У инвокера только появляется Мидас. Что у Луны? У Луны Транквилл и Мидас. Очень мало у Луны итемов. Очень мало. Она еще с этими Транквиллами хлипкая. 700 хп всего-навсего. Визаж зато получает шестой, вызывает фамильяров. Дота, как всегда, сделала пролак в этот момент. Ну и что, и решают подпушить. Смайл без ТПшки. Кстати, отличный момент, если там нету телепортов. Да, пингует год. И летит уже туда. Кстати, сейчас может быть достаточно опасно. Получает стан. У него имеется Ogre Club. Мека пошла от Вайпера. Убивает одного фамильяра, не доконтроливает визаж. Чем занимаются саппорты NextKZ? Очень много они бегают, по-моему, и практически винги не видно было. Визаж дофармил свой левел, вингаж очень много роумит. И тяжело сказать, насколько успешно. Омник захиливается. Элдер Титан принес себе ПТ, очень важное. Такой очень плотный пик получается у ВП. Очень плотные шмотки они собирают для плотности. Стан. Ой, какой рипл от НСа! Могли здесь очень больно пробить Титана под станом с Санстрайком, Колдснэп повесить. Но в любом случае НС бы его захилил, если бы не успел повесить Ripple. Хотя если бы он успел повесить Ripple после стана. Ну, это в принципе не важно, Санстрайк-то все равно не влетал. Жотом продолжает фармить НЦМ-ки в лесах.
И опять пауза. Ну что, пока достаточно ровная игра идет. Смотрим на графики, видим, что у ВП практически нет преимущества по золоту, несмотря на две спущенные вышки, а по опыту они 2000 проигрывают. Да, к сожалению, виснет у игроков команды NextKZ. Steam. Ну что, ВП нужно сейчас предпринимать активные действия, потому что если они будут так дальше достаточно пассивно действовать, то просто в какой-то момент вышек будет все меньше и меньше, и просто сносить уже будет нечего. Преимущества у них по золоту не будет, а по опыту они будут сильно отставать. И в лейте их пик послабее. Все-таки Doom, Invoker, Луна и Визаж — это очень хороший лейт. В свою очередь, Death Prophet и Viper — это не очень хороший лейт. А это основные герои. Ждем, когда зайдет соло мидер. Он же капитан команды NextKZ. Ну, пикер, во всяком случае. Что-то объясняет Змайл своим тиммейтам. Что-то показывают. Теперь уже Мантис рисует какие-то хитрые линии. Да, практически не видно Вайпера. Ну, здесь еще такой момент. Если Virtus.pro как-то неграмотно влезут и просто проиграют драку, то у них все станет действительно печально. То есть в идеале им нужно снести вышку и кого-нибудь убить. Это идеально. Либо просто снести вышку. Если они вышку сносят, но теряют одного-двух героев, это очень плохо получается. Потому что, опять же, дольше идти пушить следующую вышку, еще дают больше экспы своим соперникам. Алибарда на Дума. Так, ну что ж, поехали. Да, извиняются игроки NextKZ, манерно очень себя ведут. Ну и Death Prophet активирует свою ульту. Телепорт. От Луны. Fortification. Нет, это Doom. На Омника. Elder Titan ставит ульту. Ой-ой-ой, Doom, как далеко входит Doom. Sunstrike пошел. Боже, какие лаги. Ой-ой-ой. Я не знаю, что это. Бьют Змайла. Cold Snap минус Змайл. Death Prophet делает даблкил, убивает визажа, убивает инвокера и ломают вышку. Я не знаю, что это, ребят. Опять звук. Попробуем убрать. Да, к сожалению, такая проблема, возможно, с Думом. С чем-то есть, короче, с каким-то эффектом. Поэтому лаги были неимоверные. Причем дропов нету, это чисто проседает FPS. Чего раньше, ну, никогда так сильно у меня не проседал FPS. Забираю 2 килла Virtus.pro. Мантис улетает. Не подключился, не перетянулся почему-то Мантис, не знаю почему. Death Prophet просто ультом разобрала двух игроков команды NextKZ. Потеряли Elder Titan, что не очень хорошо, но размен плюсовый, потому что убили двух героев и вышку. И сейчас идут вниз. У Death Prophet через 29 секунд появится ультимейт. Death Prophet, правда, вообще наверху. Фармит себе БКБ. У Винги нету свапы, тяжело цеплять Death Prophet. Да, и к тому же вард стоит у Virtus.pro, они все прекрасно видят. Я не знаю, мне такое ощущение, что это из-за Дума, потому что вот у меня так лагает в играх с Дума. Это началось буквально вчера, то есть после вот этих всех апдейтов. Луна гонится за Думом. Хил, Рипл. Ой, да, это Дум включает свою эту парашу. И начинаются лаги. Я попробую опять пере... Не, Дум просто... Я даже не знаю, не смотреть хоть на Дума на этого. Элдер Титан ставит ульту, но это минус Элдер Титан. Дум еще вешается на Омника. Да, все, закончился второй скилл Дума, но у нас продолжает лагать. Ой, беда. Беда. Ну и что, и теряю двух игроков Virtus.pro фактически на ровном месте. Да, вот это FPS. Ну, я, конечно, попробую что-то изменить ко второй игре, но у меня и так, в принципе...
Давайте попробуем выключить звук вот этого ТВ вообще. Ну, чисто ради эксперимента. Ну, пока, кстати, получше без звука. Неужели реально из-за этого лаг? Ну ладно, сейчас еще рано делать какие-то выводы. 6-2, NextKZ ведут. Опять умер Алдер Титан с Омником снизу. Ну, точнее, не опять, а вот как раз вот эта их смерть. Очень много дала она по голде и по опыту NextKZ. Это может стать действительно большой проблемой. Продолжают пушить ВП. Нету маны у Луны на ульт. Есть Яша. Луна достаточно хлипкая. Ловят Элдер Титана. Очень удачно заходит Смайл и умирает. Здесь же перетянулись ВП. Нова Вайпер ультует. Деспрофит БКБ и ставится пауза. Давайте попробуем портреты офнуть. По минимуму все. Да, сейчас какой-то забавный звук, короче, идет. Я думаю, что вы его слышите. Какая-то морзянка. Итак, посмотрим. У Дума 6 секунд ульта. ТП пытается сделать винга. Не дают ей сделать ТП. Эквал уходит на ТП. И 2 в 1 на того размен получился. ТП на верхнюю вышку, где Луна подпушивает очень неплохо тавр. Ну и надо сбривать Кату. Успеет или нет? Год не смог заденаить. Причем поторопился, думал, что выстрел Каты добьет. Выстрел Каты-то не добивал. А вот он как раз нанес ту тычку, которая помогла катапульте добить. Тем временем снизу фамильяры развлекают трех героев Virtus.pro. Дум с ультимейтом. Добивают птицу. И что, еще одну смогут добить? Да, добивают вторую птицу визажа. У визажа 22 секунды до ульта. Цепляют. Ривза. Что здесь делал визаж? Дум на Омника. Визаж умрет. Да, умирает визаж. Не успевает. Сиэмка жжетом раскастовывается. Получает левел дес. Санстрайк. Луна ультует. Отличный ультимейт от Луны. Цепляют визажа. У визажа нет умеки. Есть 10 стиков. Есть свап. И не уходит. Ой, визаж. Вайпер, конечно. Трипл килл забирает Экуал. Очень вовремя перетянулся сюда Мантис. Не смогли зафокусить Дума, который вовремя застанил Жотма в кустах. Ну и 10-5. Да, вот теперь действительно можно сказать, что у NextKZ все начинает налаживаться, потому что они сейчас выровняли ситуацию по графикам, ушли еще больше вперед по XP. Я только не понимаю, почему Луна не торопится с БКБ. На мой взгляд, достаточно важно. Несмотря на то, что да, здесь есть физурон, пробивающий БКБ, но тем не менее. Решил собрать манту для начала. Ну, Мантис решил собрать манту. Не знаю, сколько этой шутки уже. Деспрофит покупает себе плейтмейл. И опять впятером идут по нижней линии. Смайл фармит барабаны, судя по его закупу. У Ватафаки уже появился форстав. Манта, Владимиру Дума, медалька. У визажа до сих пор я не вижу меки. И, судя по всему, не предвидится в ближайшее время. Дум очень хорошо подпушивает топ. А Смайл, судя по всему, попытается не дать запушить мид. Да, очень легко сносит эту вышку. Элдер Титан дает стан. Пошла трещина. Но никто не прилетел сюда. Цепляет одного инвокера. Снимает ему не так уж много хп. И Квал сверху очень хорошо подпушивает тауэр. Пытаются ВП зайти в спину, но NextKZ грамотно уходит. Луна просто уходит на ТП. А остальные герои перетягиваются на верхнюю линию. Будут пушить топ. Здесь достаточно битая вышка. Смотрим. Да, ее ВП не успевают задефить. Они, конечно, бегут, но бегут по вардам. И это все прекрасно видит NextKZ, отступают. Очень грамотно играют NextKZ, надо сказать. Не дают ВП практически никаких шансов в этой игре. Мидасы реализуются. Поедалка Дума, мидас на инвокере, мидас на Луне. Все это приносит достаточно много золота. Барабаны у Элдер Титана.
Да, Элдер Титан тоже, на самом деле, ему еще левела 3-4 надо, чтобы докачать до двойки или до тройки Хестомпа и замаксить Natural Order. Видели сейчас, что заходят на Рошана игроки Virtus.pro. NextKZ, но успеют ли они перетянуться? Инвокер уже идет, Визаж будет развлекать птичками. Руну двойного урона вряд ли кто-то возьмет, идет Дум. Ну, все достаточно растянуты, скорее всего, отдадут Рошана. Да, отдают Рошана, Вайпер забирает Аегис. Но сейчас нет ульта Деспрофит. Луна подпушивает Тауэр. Ой, может быть опасно. Попадает станом Вайпер. Да, это минус Мантис. Пожадничал, забрал вышку. Но стоило это того или нет, тяжело сказать. Дум покупает Аганим. Очень интересный артефакт. Не каждый день увидишь, что дает Думу Аганим. По-моему, время действия и урон. Увеличивает урон и длительность. Отсчет длительности не действует, пока Дум находится в радиусе 900 единиц от цели. То есть достаточно серьезно увеличивает. Если герой продолжает драться, он будет перманентно под Думом. Если не убьет, конечно, самого Дума или не убежит. Итак, после того, как забрали Рошана, Вайпер фармит, судя по всему, Аганим. Ну и... здесь уже тяжело, на самом деле, говорить о том, что Virtus.pro должны как-то идти вперед, пушить. Потому что пушить уже достаточно тяжело. Ватафака покупает Ultimate Orb. Наверное, в Хекс будет выходить. БКБ потихоньку прилипает к Мантису. Пока что только Ogre Club. Год на верхней линии. Года могут поймать сейчас. Да, Дум, Диффуз. Диффуз у Сатира. И убивают Года. Какой... Вот, короче, вот эти звуки, которые как будто телефон звонит, я не знаю, чего они. Но я с этим уже сталкивался, когда тестовый стрим включал одну из каких-то игр. Я думаю, что это великолепный патч Доты, который что-то поменял. Потому что раньше такого, конечно, не было. Очень много каких-то вот таких вот передвижений ненужных у ВП. Ну, то есть игра... Я вчера говорил про высококвалифицированный паблик от релаксов. Здесь что-то похожее. То есть мало... Много лишних действий, мало хороших эффективных действий. Омник накидывает рипл. Форстафит Форжа. Ну нет, не убьют здесь. Правда, Форжи могут еще и ЦМ-ки нормально напинать. Да, что и происходит. Вайпер ультанул, но заевейдил мантой этот спелл. Мантис. Тревелап покупает инвокер. И до БКБ остается совсем немного луне. Контроль карты полный у NextKZ. Просто подавляющий. Дум фармит в чужом лесу, вообще абсолютно не опасаясь. При этом ВП, ну, не дают выходить из-за своих вышек. Как только они выходят, сразу либо инвокер начинает развлекать форжами, либо Дум выходит с аганимом, который уже очень-очень неприятный. Да он всегда неприятный. Выходит. Да, смотрите, насколько свободно действует Дум. Он вообще ничего не боится. 2000 хп и разгуливает. Делает абсолютно все, что хочет. Опять долгое время, кстати, не видно Винги, она там что-то фармит себе. Ну, надо сказать, что Amazing очень как-то незаметен. Периодически где-то появляется, но в целом не видно и у него и каких-то очень крутых артов. Ну, вообще, да, саппортит, наверное, поэтому. Покупает различные варды. Тяжело поэтому ему фармить. What the fuck? Есть фурстаф, может ничего не бояться абсолютно. И продолжает развлекать Смайла на этот раз своими фаржами. Денает крипов еще, показывает свой контроль. Да, Экуал очень наглый, посмотрите, что делает. Где он вообще находится? Но опять же, есть вот такие вот варды, которые не дают его прийти и спокойно убить. А у ВП, в свою очередь, по карте один вард. Это, кстати, заметил, когда смотрел как раз-таки стрим года. Ну, как бы, понятное дело, что там был паблик, но все-таки... Все-таки, то есть вардов очень сильно не хватает грамотных.
свою очередь, у Next.kz есть Vision, ну, как следствие инициатива. Refresher собирает Doom. Очень необычный билд. Аганим Refresher. Ну, на самом деле, конечно, два Дума вот таких вот с Аганимом повешенных, это очень неприятно. Ну и застыла у нас игра. Не торопится никуда ни та, ни другая команда. Опять же, Next.kz некуда торопиться. У Визажа появилась все-таки мека, решил он ее дофармить. И следующим артом уже будет фармить Аганим. Ну, надо сказать, что и так он себя чувствует вполне неплохо. Поднимет 11-й, купит Аганим, будет у него вообще все замечательно. Эти фамильяры будут крайне эффективны в драке. Ватафака подпушивает бот, ему никто здесь не мешает. Смотрите, как очень плотно инвокер опекает нижнюю линию. Он практически не дает никому сюда выйти, прогоняет, и при этом пушит сам. Fortification. Но здесь еще фаржи все равно могут на самом деле разделаться с тавером. Нет, смайл заденайл. Дум. Не спалил в смоках Death Prophet. Видит Омника. Ульт на ЦМ-ку. Ульт от Death Prophet и началась. Ну да, уже не так лагает. Отличный санстрайк от инвокера. Визаж под попытки сделать ТП. Нет, не дает ему сделать ТП. Ульт от Вайпера в Дума. Дум пытается сделать ТП. Но нет, смайл останавливает его. Минус Дум. 2 в 1 размен. ЦМ-очку поменяли на двух героев. Но снизу продолжает пушить линию инвокер. Луна тоже занимается своими делами. И не так уж много, на самом деле, эти два фрага дадут сейчас ВП. Вайпер ультует. Непонятно, в кого ультанул Вайпер, кстати говоря. Луна пушит чужих эншентов. Ой, пушит, крипит. И посмотрим на графике. Да, 10 тысяч плюс. Но это просто как следствие грамотного контроля карты. Здесь уже могут очень много отдавать своим соперникам Next.kz и все равно доминировать в игре. То есть они могут вот так вот фидить по одному достаточно длительное время. И все равно ВП ничего им не смогут сделать. Ну, если какой-то роковой там ошибки не будет, типа смерти без байбека или нескольких смертей без байбека. Вышли с базы ВП. Впервые, по-моему, по этой нижней линии проходят. Инвокера, правда, здесь уже нет. Он спокойно чувствует себя на верхней линии. Купил травела. Очень грамотно играет ватфака. Фактически в одиночку эти две линии не напрягает. То одну, то вторую. Год с Шивой. Жотом с Форстафом. У НСа урна, плащик магической защиты и барабаны. Талисман of Evasion купил себе Вайпер. И Смайл фармит БКБ. Луна ближе к своей половине карты фармит. Ну, где-то на своей половине, на чужих эншентах, но только когда там безопасно. И вообще Мантиса практически пока что не видно в каких-то драках. Выходит он в бабочку, судя по всему. Доминатор ему действительно не так уж сильно нужен, потому что он купил себе Транквилл и может вот таким вот образом восстанавливать ХП. Просто пробегая. Тем временем напали на инвокера, убили инвокера. Я этот момент совершенно пропустил. Вайпер отпушивает иллюзии Луны. Иллюзии пока что дамажат не очень больно. Не так много там итемов. Фактически один иглсонг БКБ. Но к моменту, когда появится бабочка, они будут уже значительно сильнее. Год продолжает фармить леса. Ну и 12-9 в пользу Next.kz по фрагам. В смоках ВП пытаются куда-то выйти. Рошана еще нет. Уходит Мантис. Да, пошли Ганга Тикуала. Находит его. Ну и он никуда уже не уходит. Он может попытаться сделать ТП, но все это достаточно тщетно.
Начинают ВП действовать лучше, активно, вместе и достаточно продуктивно, но, по-моему, уже... В любом случае, уже очень поздно, даже если им удастся переломить ход этой игры. То есть, раньше нужно было так вот активничать. Гем покупает Омник. Наконец-то возьмутся за контроль карты. Ну просто пока сейчас подождут Рошана, пока то, пока сё. У Луны уже там будет практически бабочка. Визаж вот уже большую половину от Аганима собрал. И сейчас, посмотрите, могут к Рошану успеть вполне игроки команды NextKZ. Да, Санстрайк. Ой, Санстрайк еще попадает по Омни. Ульт. Ну и что? И сейчас, как только закончится ульт Деспрофит, будет идеальный момент, чтобы напасть. А можно, в принципе, можно раньше, но это не очень хорошая идея. И что? Рошана забирают силы тьмы, Деспрофит подбирает Аегис, ошибка от NextKZ, ульта Луны входит вообще в никуда. Что они сейчас сделали? Какая отдача, боже мой. Да, Векс не раскачан у инвокера, из-за этого... Но это был супер глупый мув. Я не знаю, у Луны есть байбек? У Луны нету байбека, он купил себе бабочку. Нужно было ждать, когда Деспрофит закончит ультить, и только тогда врываться или не врываться вообще. В итоге очень грамотно ВП вышли с Рошана, Вайпер заултил в Луну, не дал ей отступить. И сейчас у Луны нету байбека, и ВП идут пушить. Причем от пуша не так уж и много у NextKZ. Им нужно кого-то свапнуть и убить, только так. Смайл, нужно снести Смайлу БКБ, и нужно пушить здесь и сейчас. ВП. Чуть-чуть решают отступить. Нет, решают отпушить лайны. Ну, вообще, Аегис, конечно, это большой бонус. Сейчас мы немного погодя увидим, сколько в итоге выиграли Virtus.pro за счет вот этого Рошана, убитые Луны и вышки. Это уже порядка 4000, что вполне много. Смайл приносит себе БКБ ТП и отходит. Кажется, видели варды сейчас. Не знаю, видели или нет варды. Нет, и нас не мог видеть, он слишком далеко. У него слишком маленький вижен. Ночью. Ну, фактически 2500 проиграли. По опыту вообще сильно просели. И все равно NextKZ еще значительно сильнее. Но если они будут такие мувы делать, как отдача своего кэрри просто за бесплатно, то им очень сильно может аукнуться. Что Визаж? Визаж тем временем подбирается к БКБ. О, к БКБ, к Аганиму. Вайпер ультует, попадает в инвокера. Инвокер ему в ответку кидает несколько спылов. Точнее, Вайперу-то сложно не попасть. Ну, в общем, так миром разошлись. Никто особо никого даже не продамажил. Очень толстая Деспрофит. Ультимейт Орб уже имеется. Возможно, Линкин. Ой-ой-ой, Луна! Цепляют Луну! Луна здесь совершенно одна! Омник! Нет, не убьют ее. Вайпер, конечно, пытается надамажить, но там бабочка. Но опять какой-то мув... Такое ощущение, что расслабились на XKZ, почувствовали, что им дают фармить по всей карте, но теперь уже нужно играть-то осторожнее. Подпушивают вышку на миде, пока года нет. Год 3200. Это совсем немного, значит, остается ему до линки. Пуш, какой плотный форш, убивает в итоге его Иллидан. По-моему, чисто своим каким-то ядом. Так, и сейчас Деспрофит. В опасности Деспрофит. Ультует Дум в Деспрофит. Ну и Дума-то здесь, наверное, не уйти. Его нужно свапать. Еще один ульт. Свап. Кого свап? Омника. Падает Дум. Омник умирает. Год. Умирает, но у него Аегис. Ульта очень неплохая. Ульта от Луны. Ультует Вайпер. Ульт от Деспрофит, БКБ от Деспрофита, Деспрофит начинает уничтожать. Отличный ульт от Омника в последний момент. Мантис пытается уйти, его морозит Джотом Медведь, Мантис умирает. Инвокер остается один, Санстрайк не попадает Санстрайком, Инвокер просто отступает. Трипл килл делает год. И опять на ровном месте развалились сейчас NextKZ, где-то встрял Дум, убил только Омника, который выкупился. Прилетел на ТП.
Или Смайл не дает подпушивать сейчас. Ватафаки. Давайте посмотрим, что у нас по байбекам. Да, Омник выкупился, все верно. Правда, денег у него достаточно много. Нет ульта Деспрофит, скоро выйдет Дум, но очень не скоро выйдет Луна. Да, и втроем фактически ВП. Я думаю, что они не будут ломать этот тавер до конца. Грамотная реализация Аегиса, действительно. Потеряли фактически одного героя. Но как же вовремя прилетел НС с байбека и захилил там Иллидана. Сначала ультом не дал Луне его добить. Потом просто подхильнул сверху. Очень действительно было эффективно. Ну что ж, посмотрим на NextKZ по XP. По XP все отыграли Virtus.pro, что проиграли в начале. По золоту продолжают отыгрывать. И сейчас уже появились такие арты, как Hex у Деспрофит, которого, ну, у инвокера раньше был Hex. Инвокер бежит кого-то цеплять, Омник покупает ТП, Рипл и улетает. Год. Да, год также уходит, не удается его зацепить. Гем по-прежнему у... должен быть УВП. Да, Иллидан себе забрал гем, хоть Омника убили. Это позволяет им контролировать карту. Поставлены раз варды, поставлены два варды, поставлены три варды. По ходу игры ВП очень сильно добавляют, расставляют варды, захватывают контроль карты визуальный. Теперь все они прекрасно видят. Разбивают смок, причем это, об этом смоке не знают сейчас. Ну все есть у NextKZ. Драться, конечно, опасно. Так, идут через мид, через лес. Ватафак и делает вид опять, что он один. Но если сейчас ВП выйдут из смоков в спину. Сейчас чисто контроль, кто кого переконтролит. В спину заходит ВП. Заходит в спину, Дум! Получает хекс, не успевает среагировать. Дум! Стан! Эклипс! Дум! Умирает! Не успел ничего сделать. Дум! Метеор, но все под ультой Омника. Падает инвокер! Падает Винга, это 3 в 0! Падает Луна кирпичом по голове, прибивает ее Титан. Virtus.pro! О боже, они делают камбэк! Вот теперь это действительно полноценный камбэк. Отлично зашли в спину. Успел год захексить Дума. Это было самое важное, наверное, в драке. Положить хекс на Дума. Потому что важнее героя не было. У него был рефрешер. И два ульта он мог выдать. Ну что, и сейчас перетягиваются в мид. Но опять же, не смогли убить всех. Более того, в скором времени выходят герои команды NextKZ. Выходит Винга. Через 25 секунд появится Дум. Нужно успеть каким-то образом забрать вышку и бараки. Это очень нужно. Форстафается грамотно. Год хотел зацепить визажа, но не дает. Выходит Винга. 14 секунд до выхода Дума. Есть фортификейшн. 10 секунд на то, чтобы убить барак. Успеют. Успеют ВП убить барак. И они убивают барак. И нужно отходить. Просто уходить сейчас. Что они и делают. Правда, собираются уйти через вышку. Но вот это на самом деле жадность, на мой взгляд. Нету, конечно, Луны, но там есть два Дума, у Деспрофит нет ультимейта, можно поплатиться. Но NextKZ, по-моему, потерян, они, потому что не собираются здесь ВП давать никакого боя. Да, Луна, какое там было преимущество? 20 тысяч угод, он переформил Луну, покупает Ривер, теперь еще очень толстый будет. Кираса практически готова у Элдер Титана, рецепта не хватает. Ну, рецепт дорого стоит. Посмотрите на графики. 10 тысяч опыта отыграно и привезли 7 тысяч опыта преимущества. По золоту отыграно более 12 тысяч золота до где-то, ну, 3,5. Вряд ли больше. Появляется Рошан. Меньше, чем через минуту. Забирают вард. Бабочка у Вайпера. Забирает инвиз. Здесь есть вообще просветки какие-то у NextKZ? Нет, ничего нет, только... Ну что, NextKZ решают пройтись по миду. Последняя вышка здесь стоит. Хотят ее забрать, наверное. Аганим у ЦМ-ки. Видят Луну.
Но здесь нужно начинать с Дума-то, не с Луны. Элдер Титан, конечно, очень много дает Virtus.pro. Такой вот как раз-таки это герой очень хороший на лейт, потому что со своей аурой дает действительно много. И усиливает этого Вайпера несчастного. И Деспрофит. Ну, Деспрофит уже, как и Вайпер, в принципе, не такие уж и несчастные. Там много артов. Визаж покупает Аганим, покупает Блинк Даггер Дум. Теперь действовать на опережение. Если Дум положит два Дума грамотно, это может быть ГГ. Ульт от Деспрофит. И сейчас есть буквально несколько секунд, чтобы понять NextKZ, что ВП на Рошане и пойти их наказать. Но они не идут. И Рошан достается ВП. Теряет одного фамильяра. А, ВП в срочном порядке надо уходить. Вайпер забирает Аегис. Сыр достается Деспрофит. Нужно уходить, потому что нет ульта Деспрофит. А это действительно очень важно. 11-2 у года. Давайте по статистику по фрагам посмотрим. 3-1 Иллидан, 3-1-14. 11-2 у года, 5-4 Дум. Луна имеет 2-4. Да, год с Иллиданом пока что смотрится очень неплохо. Ну и сейчас нужно ждать, когда откатит ульта Деспрофит. Это еще один Рошан. Посмотрите, как NextKZ наращивает преимущество за счет мидасов. Свап, Омник, ловит Дум. Есть ли байбек? Стирают Омника. У Омника есть байбек. Одного Дума нет. И сейчас нужно навязывать драку. Да, нужно. Нужно байбекаться Омнику, навязывать драку. Инвокер поднимает воздух. Титан пытается кого-то зацепить. Никого не цепляет Титан. Омник не спешит с байбеком. Но он успеет выкупиться и прилететь на ТП. Вайпер должен исполнять роль танка основного. Есть еще у Дума один ультимейт. Ультует Визажа. Зацепили Ривза. Посмотрите, как больно ему. Фамильяров. Сажает Хекс. Ватафаку. Байбек. Сайленс. Трещина. Убивают Кристал. Убивают Венгерфул Спирит. Пытается уйти Инвокер. Погоня за Инвокером. Год под БКБ. Цепляют Визажа. Визаж не должен уходить. Да, еще ульт минус Визаж. Не контролит. Не контролит фамильяров. Пытается сломать бараки, но нет. Бэкдор защита. Год лайку, Деспрофит. Год лайк. Год килл зэм ол. Ну что ж, отбиваются ВП. Опять, правда, на этот раз нету байбека на Умнике и нету у Деспрофит ульта. Появляется Кираса у Смайла. Важно, очень важно эту Кирасу иметь, потому что ульт Деспрофит физический урон. Один хп сняли рейнджовому бараку. И сейчас будут убивать птиц. А птиц-то нету больше. Минус одна птица. Дум! Поймал Кристал Мейден! Хекс в Дума, это может быть ошибкой от Дума. Нужно уходить на ТП. ТП нету, прощай Дум. Дум разменен на Кристал Мейден. Смайл совсем осмелел. Но у него БКБ, Луна-то его вряд ли убьет с ульта. Гем покупается Венгой. Гнобят Жотма, гнобят. ВП выходит по миду. Есть ли байбек у Дума? У Дума есть байбек. Но у ВП все еще есть Аегис. Единственное, чего у них нету, байбека на Умнике. И нужно возвращаться. Нужно возвращаться. Заходит год. Да, возвращается Луна. Ульт от года. Фортификейшн. Поднимают Вайпера, получает Хекс. Год врывается. Дум байбек. И Дум сейчас может очень больно покарать своим ультимейтом. Да, ВП нужно уходить. Падают фамильяры от ульта. Замедляет Луну. Я думаю, что ВП уйдут. Тем более, Кристал Мейден у них не было, она только вышла. Ну, развели Дума на байбек, это того стоило. Теперь у него нету байбека. Да, в этой игре еще на самом деле ничего не ясно, потому что... Мы видели, как вели NextKZ, и буквально из-за пары ошибок практически
перевернули игру ВП из-за пары ошибок Next.kz, из-за своих, конечно, отличных действий тоже. ВП нужно сделать тоже всего одну ошибку, и тут можно Ancient сразу потерять. Преимущество остается от 12 с лишним тысяч порядка 5, но продолжает оно нарастать. Но по XP ВП, кстати, не дает. Не дает преимущества. Инвиз забирает Doom. Кстати, Элдер Титана можно убить. Ой, сейчас момент. Какой момент? У кого гем? Гем у Инесса. Он видит Дума. Дум уходит на даггере. Погоня за Думом. Инвокер поднимает в воздух Вайпера. Да, я думал, если честно, что Дум попробует атаковать все равно Элдер Титана. И еще рефрешнется и даст Омнику свою ульту. Тогда бы он, кстати, мог забрать двоих, но боялись, что рядом Деспрофит, что Деспрофит захексит Дума, у которого все еще нет БКБ. А Егис исчезает буквально через несколько секунд. Да, Мантиса здесь не догнать, явно. Инвокер покупает себе Линкин. Очень много артов появляется, несмотря ни на что, у игроков команды Next.kz. То есть, вроде их прижали к базе, но... Травела за счет травелов отлично отпушивают, отлично действуют за счет мидасов своих. И так накапливают по золоту преимущество. Нету байбека у Дума. Давайте посмотрим ситуацию по байбекам, потому что вроде у нас какая-то намечается драка. У Омника минута 40. В принципе, не так много остается. Убивают иллюзии, не дают им раздамажить бараки. Ну, нужно подфармить до байбека в ВП обязательно. Стоит, кстати, отличный вард. Вот гем начинают свой реализовывать также Next.kz, купленный вингой. Только у кого он, мне интересно. Да, все еще у винги, но тем не менее стоят здесь варды. Аккуратно выходят в ВП по верхней линии. Может быть опасно. И пауза. Ну вот что в такой ситуации делать? Да нет, в такой ситуации вряд ли стоит нападать на Next.kz. У них еще 5 секунд до того, как прилетит сюда Луна. У Virtus.pro есть сыр. Линки тоже собирают все. Говорят, что из-за огненных эффектов лаги. Спасибо за инфу. Так, и что у нас? Кажется, цепляют вингу, поднимают воздух. Да, винга минус. Тратит на нее, правда, много спылов. Телепортируется Луна. Нет, отменяет ТП. И сейчас будут убивать фамильяров. В который раз. Деспрофит минусует двух фамильяров. Это действительно важно. Луна подпушивает. Вайпер ультует. Ультует в иллюзию. Ой-ой-ой, Луна в рискованной достаточно позиции. У Вайпера, правда, уже нет ульта, он его потратил. Сбивают вард игроки команды ВП. Сверху остается Титан, отпушивает иллюзией. Висит Курьер, совершенно непонятно, что здесь делающий. Да, вот Смайл его отконтролил. Нету винги, и все равно без винги-то драться тяжело, никого не свапнуть. Нет, нельзя здесь драться. А может пострадать сейчас. Инвокер перекастовывается. Выходит Деспрофит. Нет, не будет здесь драки. Мог действительно, могла пострадать Луна, если чуть побыстрее бы действовали ВП. Там, конечно, вот этот форстав Жотма, которым он все время толкает Деспрофит, и она начинает драку с Хикса, очень-очень неплохо заходит. Луна телепортируется на топ. Очень здорово играют, отпушивают линии Next.kz, прям просто любо-дорого посмотреть. Ну, ВП, конечно, гораздо менее мобильный пик. Хотя Вайпер тоже взял уже травела и, в общем-то, не должен уступать в мобильности. Подпушивают ВП, сатаник появляется у Луны. Рошан появится через 2 минуты 7 секунд. Ух, эти огненные эффекты. Зато больше шапок в доту. Хорошо действительно, что нет варлока и его двух големов или четырех големов. Я думаю, у меня просто дота умерла в этот момент. Титан. Имеет ли травела Титан? А нужно ему иметь, если они собираются пушить. И, скорее всего, да. У Смайла нет байбека, но у него сейчас будут травела. Не спешит он телепортироваться. Сейчас еще, наверное, отпушит верхний лайн. Жотом здесь остается на линии. Не знаю, правда, зачем. Ставит вард. Отходит.
Смайл верхнюю линию продолжает давить. Да, ВПС собираются взять такое тактическое преимущество перед тем, как появится Рошан, что в момент, когда пойдут крипить Рошана... Ой, Вайпера все-таки зацепили. У инвокера линка, я не знаю, есть ли инфа. Ой, сейчас какой момент-то может быть? Дум выходит. Хекс не успевает заюзать год, вешает два Дума. Ульт Атомника, Жотом, отличный ультра скастовывает. Как много урона от Жотма. Дума спасают, не... Нет, Вайпер все-таки забирает Дума. Элдер Титан телепортируется, дает ульту, но этого слишком мало. Вайпер, байбек. Цепляют Омника, Хекс в Омника. Есть ли байбек Омника? Минус гем. Деспрофит выкупается. У Дума, судя по всему, нету байбека. Выкупается также Омник. И идут встречать. Вайпер ультует Вингу. Форстав пытается уйти на ТП. Колба не дает уйти Винге. Выбивают гем. Правда, это не тот гем, но неважно. Три байбека от ВП. Размен 3 в 2 в пользу NextKZ. И ВП идут дальше. Будут разводить сейчас на байбеке. Есть ульта у года. На него кинули Дум. У Дума нету, даже если он выкупится, ульты. Еще очень долго не будет. Это шанс сломать вторую сторону. Очень важный. Хоста от Луны. Фортификейшн. Поднимает воздух, инвокер раскастовывается, получает ульту, выкупается Дум, но у него нету ульта. БКБ от Деспрофит, запрыгивает Дум, Деспрофит, очень много урона раздает, есть сыр у Деспрофит. Год, сыр, юзает сыр, живет, Луна, умирает Луна, есть ли байбек? Минус Ривз. Трипл кит от года, боже, свап на фонтан, но Деспрофит и там убивает инвокер, остается два игрока. Минус Винга, выкупается инвокер. ГГ, Virtus.pro побеждают в фантастической игре, совершая биг камбэк. О, вот это возвращение НСа просто в дотку, первая же игра, такое мясо. Ну что, сегодня скучно не будет, видимо, потому что играют ВП. Вторая игра у нас начнется достаточно скоро, я думаю, если там первый матч свой доиграли Power Rangers и Mouse Sports, вторая игра Power Rangers против Virtus.pro. На этом стриме не отключайтесь. После небольшого перерыва вернемся.